Я не понимаю, почему вы все думаете, что я буду фидить на Немезиде. Это всего лишь 1795 ММР. Ну, собственно, запись пошла, можно ставить лайки и... Ну, как Герсиас говорит, нужно подписываться на канал, да. Так, ну что, загрузочка у нас идет. Ой, мне не нравится наш пик. Саппорт будет Геркулес, мне это крайне-крайне не нравится. Мне их пик больше нравится. Мне кажется, Сон Вуконг просто разорвет задницу. Геркулес на фиде, да. Даже чат думает, что Геркулес на фиде. Ну, короче, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Все, уже пошел фид. Так, я хочу, знаете, что собирать? Так, ну что, погнали. Да, пожрать бы, конечно, не помешало. Нефидонь на немке, восклицательный знак 11, восклицательный знак 11. Блин, спасибо за донат. Оповещение есть, слава богу, новые донаты работают. Аноним, спасибо большое. Единственное, так мелко, просто жесть, ни хрена, еле увидел текст. Но в любом случае, ребят, спасибо большое за поддержку. Не подписался, я говорю, в ролик, чтобы попасть, нужно просто подписаться. Вроде и забайтил, и все. Где? Все, ребят, дальше уже по своему желанию. Ребят. Спасибо за проверку, спасибо. Да, бус вместо блинка, да. Герсис, не нужно же юзать, да, этот сразу на этих крипов. Ладно, я сам определюсь, Герсис. Сам определюсь, не подсказывай мне. Все, погнали. А, блин, блу. Он не пойдет, наверное. Скин похож на Monster Hunter. Да, кстати, я все еще думаю о том, что я постримлю вам как-нибудь Monster Hunter. Ладно. Я так понимаю, братан, ну все равно. Хорошо. Попал по ней? Хорошо. Максимально профитно играем. Ну убивай, все, пойдем. Да, ребят, лайки прожимаем на ютубе, кстати. И все такое. Я не вижу ваших лайков сейчас, к сожалению. Вот, поэтому давайте ставим. Вдруг ролик на ютуб попадет. Прикиньте, да? Я сосредоточен как никогда. Да, пожрать бы, конечно, не помешало. Проверка. Раз. Как слышно. Спасибо большое. Почему не убили? Ганг же был хороший. Блин, я все хорошо сделал, ё-моё. Плохо. Нормально раскачка, братан. Они дерутся! Хорошо. Первый ушел. Размен пошел. Маны нету. Не видно, кто именно донит. У них обводки нету для текста. Я им написал. Вот. Вроде как в разработке. Так, погнали. Работаем. Пока 2-1. Пока вроде ничего. А кто у них джанглер, кстати? Пеле. Слушай, на Пеле я, в принципе, должен переиграть, да? Я думаю, что должен. Блин, зря пошел сейчас именно
фармить. А, ну все, мне кукулькан поможет. Хорошо. Так, все, есть ульт. О, есть ульт, хорошо, но умер опять Санвуконг. Ну что такое? Ну что ты будешь делать, а? Билд буду пробовать Викина, кстати. Я на него подписан давным-давно. Если кто не знает, это крутой чувак. А, вот. И решил посмотреть его тирлисты и посмотрел билд типа аля. Сейчас попробуем, как он собраться. Привет, подскажи, как не гореть? Тима постоянно убегает, я врываюсь, а их уже нет. Но, блин, если ты видишь то, что у тебя Тима особо не хочет драться, то тебе нужно тоже свой пыл поумерить. Кровь горит, понимаю, у меня так же. Я люблю агрессивно играть. Вот, но если Тима не отыгрывает полностью как надо... Все, домой. И что ты хочешь сделать? Маленький. Будет подкидывание? Но не его же, братанчик. Хорошо. Вот, и короче, ребят, если вы горите жестко, и не можете справиться со своим кильтом, то вам лучше не играть. Так как вы, типа, не стримите, вы не контент-мейкеры, вам не... Ой, блин. Вам не нужно, как бы... Ну, вы... Если я буду гореть, я в теории не могу вырубить поток. Тихо-тихо. Ой-ой-ой, хорошо, как дабл зашел. Как же мы их надамажили-то, лол. Вот это жестко было, согласитесь? Щит. Ну и вот, и если вы горите, ребят, ну самый лучший способ избежать тильта, это просто выйти из игры. Самый простой способ. Все, вы горите, все, ливнули и пошли по своим делам. Как бы вы только хуже сделаете, если будете во время тильта играть. Профита в этом не будет. Апнуться не апнитесь. Жопа сгорит так, что мало не покажется. Все не верили в Геркулес. Но я не особо до сих пор в него верю сейчас. Надо потише команду взять. Ой-ой-ой, как... А, все-все-все, нормально. Это копия, я понял. Вот, 720 минут бан. Так и будет, ребят. Если будете гореть, так и будет. Но в казуалах вы тоже особо, видишь, Герсис, вы можете, они могут взять их казуалы поиграть, да? Ну, типа, лол. Ой-ой-ой-ой-ой. Он убил кого-то только что? Все, тип уже в тильте на меня. Не понимаю, почему. Типа, 7-я минута игры, он хочет, чтобы я уже убивал вообще изи все. Типа, если вы уже видите, что вы горите, ливайте, ребят. Не тратьте свои силы, нервы на это, на все. Казуалки можно пойти оторваться в какой-нибудь арене, допустим. Просто казуалка ранкет... Ой, казуалка ранкет и обычный нормал. Он вряд ли... Тихо-тихо-тихо, прожался. Я же в нее попал! What the fuck? Здорово, ребят. Что это было-то, лол? Ну я же прожался нормально. Так а в смысле, ну бас, я же прожался, все правильно сделал. Сейчас такой замес был, ё-моё. Не, ну лютый же был замес, согласись.
Какой джангл баф? Это кто сказал? Цербер. Мне не нравится то, что Цербер уже в тильте. Да не, это неправда, Герсис, неправда. Я не понимаю, почему соллайнер, типа, тильтит. Я же не смогу гангнуть нормально с одного конга. Да, Анга, конечно, открыл, ребят. Здорово. Я имею потенциал, понимаете? Я имею потенциал. Немезида даже об этом говорит. Блин, я мог бы еще этого убить. Здорово, Берил. Ладно. Okay. Я просто его мьючу. А это бред вообще. Единицу двойку на инстакаст поставить? Не. И в смысле не канцелить? Я пытался, я просто не попал. Если ты про отмену, типа, чтобы дать автоатаку, я просто не попал сейчас. Хорошо. Хорошо. Да ударил я, ё-моё. Потом в записи посмотришь. Когда катку выиграют, это с миллиардом киллов. Ну, и стан. Понимаю. Он с ультой? Ну ладно, минус ульт уже хорошо. Но он не хочет, я не знаю, ему все равно, он не хочет драться. Цербер соло класс, так он проигрывает Санвуконгу, ребят. Я офигенную катку записал на соло на Санвуконге, потом на, ну, выложу ее на днях на ютубчик посмотреть. Вот там хороший был Санвуконг. Так. Что я еще хочу собрать? Что-то жесткое, типа, наверное, так. Короче, билд будет от Викина. Билд будет в... не знаю, в очень много скорости передвижения. Вот, и все такое. Без дробилок всяких там и всего такого. Так, катка на... да, на Вуконге была тяжелая, но она была хорошая. Там качественные замесы были и все такое. В принципе, у меня на стримах и у меня в катках всегда качественные замесы, как бы. Так. Хорошо. Без антихила посмотрим. Мог сапоги? Нет, вначале нужны. Вначале всяко нужны. Хорошо. Пошли обжективы. Вкусно, хорошо.
Коллекцию сабель собираешь? Да, да. Билд будет через сабли, да. Почему Цербер опять мертвый? Господи, дайте ему кто-нибудь что-нибудь. Допилею, да он в принципе в соло проигрывает Сан Вуконгу, я не знаю. Прям жестко проигрывает. Я хочу помочь ему, но это же Сан Вуконг, вы понимаете, он будет каждый раз ультить и уходить. Давай держаться вместе. Спасибо за подписку, ребят. На YouTube тоже подписывайтесь, ребят, потому что до 6000 осталось всего ничего. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, братья, как хорошо ты все сделал. Убиваем, убиваем петушка. Домой. Просто домой. Бедняга Геркулес, блин. Очень плохо. Здорово, здорово, Илягу. Здорово, ребят. Я катану вот эту, наверное, не буду брать. Я возьму зубчатое лезвие, наверное. Посмотри, Смэдгот, нажми на байты, и там все награды открыты, которые ты можешь использовать. Нет, от них профита мне нет. Это просто, ну, грубо говоря, косметика для вашего стрима. Оу, щит. Как же мне больно, господи, я умер. Я не знаю, что с этим Цербером делать, если честно. Проблема только в Цербере. Кукулькан хороший. Кукулькан хороший. Я знаю, что он через блинки играет. Здорово, Жень. Но я играю так, как мне удобней, беря какую-то часть его билдов. Он очень крутой чел, на самом деле, Викин. Я на него и на YouTube подписан, и стримы его смотрю постоянно. И не только по смайту. Мне нравится, как он их ведет. В принципе, чувак забавный. Так, ну пока 6-2 идем. Пока 6-2 идем. Почему это, Юза? Не понял, почему. Здорово, Кушек, здорово, дядь. Он с ультой? Он с ультой. Хороший ульт. Ой, хорошо. Я его замедлил, типа. Я не понимаю, что они делают, лол. Но мы же очевидно сейчас... А, офигеть! Мы сейчас, очевидно, там сливали файт, а они все равно пошли драться. Ну что он делает? Зачем они это делают? Да как? У нее через единичку вообще нету. У нее вообще через единичку нет урона или что? Я же врезался в нее.
У нее было 0 хп, 0, и я врезался. А, сейчас было плохо. Не, я понимаю, что есть, это риторический был вопрос. Брат, ну... Че, прикалываешься, что ли, Купидон? 0 хп у Феникса, 0. Да я понимаю... Хорошо, подождите, она не прокачана у меня, да? 80 урона, 130 урона. У него было 0, 0 хп, 0. 0 хп. Уткин. Здравствуй, родной. Спасибо за ресап. Тебя что-то 100 лет не было, дядь. Ты куда пропал? Тебя ведь правда давно не было, братан. Спасибо большое, спасибо за ресап. Че, я один буду с двумя, не? Блин, Баба-Яга тоже жесткая, кстати. Очень противный персонаж. Цербер просто скиллы прожимает. Там говорят, прайм с 10 бачей до 5. Да, вроде как да. Не понял, что это было. Я думал, я больше захилюсь, если честно. Ты был в Крыму? Хорош. Отдыхал что? Ауч! И попало! Прикинь. Хорошо. Так, а этот висит там на ульте, ё-моё. Ганеш все... Мы очень жестко давим Ганеша, у него 0.12. У него просто 0.12. Мы его задизморалили, мне кажется, очень жестко. Ой-ой-ой, хорошо. Хорошо, хорошо. Я не понял, что за вопрос, Дон Кумар. Стронгест этот викинг. Стронгест этот, Стронгест этот, тоже стример. Блин, я даже не знаю, я даже не знаю. Спасибо, Юрий, спасибо большое. Что там он еще собирал, я забыл. Чего он еще там собирал, забыл. Я знаю то, что он шел через этот, блин. Здорово, здорово, Артурин. Пока меня волнует только Цербер, на самом деле. Я 6-3 иду, в принципе, нормально. И Кукулькан мне нравится. Я Вики на билд. Звездочку. Не-не-не-не-не-не-не-не. Купи антихил. Ладно, сейчас возьму. А что лучше взять? Этот нож в сердце или как там его? Забыл, как называется. Отравленный клинок лучше взять? Ну, типа, а-ля скорость атаки, там, бла-бла-бла, не? Или лучше через этот... Броулер взять? Бляха-муха. Не смог. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Да у... Хорошо, хорошо.
Офигеть, он просто в наглую хотел. Вот, точно, точно, Лук Атланты. Во-во-во, я его хотел. Ну, я не знаю, они не смогли добить Феникса и умерли. Здорово. Я не знаю, нужно было нам это. А ему без драгон, говорит. Она за мной пойдет, интересно? Ну, я вообще с ней подерусь, изи, как бы. Она со всеми там, ёб твою мать. Я думал, он как мужик подерется, как мужик. Здорово. Где этот лук-то, ё-моё? Это выгодно, если они дальше пушить нас не будут. А так, как видишь, они пушат нас. Так, 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 так. Это японский бо... Что это было? Я же Аегу прожал, а урон прошел. Капец. Как такое может быть? Это жестко было. Не, это мне не понравилось вообще, так, если честно. Просто было. Да не читы, но как-то странно. Так, на самом деле надо голден заменять на квинцы, а сапог еще на что-то, и будет имба вообще. Но 10-4 я иду, Герсис, что, плохо что ли? 10-4, ё-моё, нормально. Ты как мейнер, не мейзис, должен сказать, что, ну, типа, нормально, нормально иду. Минус кукулькан. Понимаю. Я иду, парни, я иду. Он убил кого-то? Цербер убил кого-то? Лё. Как он это сделал? Давай. Тихо. А Егиса-то не было. Но я забайтил, типа, на драку. На драку. Хорошо. Хорошо. Вот сейчас все хорошо. Не, ну вы, ну, согласитесь, что правильно сделал. 11-5, лол. 11-5. В смысле отдался? Это может решить всю катку, понимаешь? Я не знаю, закончат они или нет. Купидон пока молотит нормально. Да не, это топово было. Чего, я не пойму. Ну как бы... Я не часто играю в джангле, не часто на немезиде играю. Но билд, в принципе, мне понравился. Типа, но он дамажит нормально. Дамажит он нормально, да. Купит и... Ой, все ясно. 11-5 я сыграл. И больше киллов, чем Герси сделал. А он типа... Ну я понял, ладно. Сейчас посмотрим, дадут мне ММР или нет. А то будет как в прошлый раз. Так, этого не ап, не лайкаем. Смотрим ММР. Mm.
О, этого открыли. Ну, плюс 20, слушай. Ну, новый рубеж 1850. Как бы нормально, нормально. Теперь можно и лайкусики поставить. Это под запись под ютубчик. Слева будет канал. Можно подписаться, справа актуальные видосики. Я думаю, ну нормально, каточка, нормально.